Сегодня на страже здоровья и жизни наших граждан стоит и тверская наука. Наша область обладает значительным научным потенциалом. Среди ученых и изобретателей Верхневолжья немало ярких имен. Разнообразные направления научно-исследовательских работ, участие в региональных, всероссийских, международных научно-практических конференциях выводит региональную науку на самый высокий уровень. В целях популяризации таких проектов в Тверской областной библиотеке имени Горького с 2016 года реализуется программа «Портфолио Тверской науки». Теперь персональная страница на сайте библиотеки есть и у ректора Тверского государственного медицинского университета Леси Чичиновской. Лучшие представители научного сообщества Тверской области собрались в отделе патентно-технической и экологической информации Горьковской библиотеки поздравить Лесю Чичиновскую с открытием персональной выставки. Для того, чтобы посетители могли ознакомиться с трудами теперь уже доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой неврологии, реабилитации и нейрохирургии и ректора ТГМУ Леси Чичиновской, пришлось пройти непростой путь. Готовилась, да, наверное, всю свою профессиональную жизнь, потому что здесь действительно рассказано о тех ступенях и о тех веках, векторах, которые я прошла за свою научную жизнь. От аспиранта и заканчивая профессором, доктором медицинских наук. В Тверском медуниверситете ведется серьезная научно-исследовательская деятельность. Есть направления, которые требуют активного участия специалистов, в частности, тема постковидной реабилитации населения. Сейчас эра тяжелая, вот эта постковидная, нам для ученых дала очень большую подпитку. Мы видим действительно, куда двигаться в научном направлении. Главная цель всех научных открытий – спасти жизни людей, рассказывает Леся Чичиновская. Поэтому медики из ТГМО всегда работают на стыке нескольких наук, привлекая специалистов ведущих тверских вузов. Важность таких выставок в том, что мы понимаем, кто чем занимается, кто что делает, кто чего достиг, какие ниши, будем так говорить, мы можем освоить вместе, чем друг другу можем помочь, какие совместные проекты можем создать. Выставка будет работать до 25 мая. До этого времени ученикам Леси Чичиновской предоставляется уникальная возможность поближе познакомиться с публикациями, патентами, статьями, пособиями, авторскими разработками своего научного руководителя. И, возможно, на основании этих трудов появится работа, которая позволит Тверскому региональному здравоохранению выйти на новый уровень.